Не забывай, кто у руля в этом огромном мире. Орел двуглавый и держава с именем Россия. Мое оружие — это любовь и вера. Только попробуй разбудить русского медведя. Сильнее тот, за кем есть правда, мы за справедливость. Дадим отпор любому, кто придет нам с негативом. На страже Родины войска, которым нет равных. Ни по умению, ни по масштабности парадов. В небе крылатые птицы под управлением асов. На прицеле пираты воздушного пространства. ВМФ России охраняет границы, врагу не позволяя проявлять своих амбиций. Система ПВО — гарантия чистого неба. Не только над Россией, но еще и над соседями. Нам не страшны враги, ведь мы номер один по праву. Наш потенциал направлен только лишь во благо. В чистом небе летят журавли, березы, тополя, поля. Заслуга русских, АК-47, легенду военных историй. Граница на замке, пока что рука на затворе. Т-90 не имеет аналогов в мире. С опытом выигранных войн взгляды становятся шире. Мы не агрессоры, Ярабов за свободу. Интересы русской земли и ее народа. Люди с широкой душой, с надеждой, верой в победу вышли героями, других вариантов здесь нет. Нашим бы в годы войны калашников топали. Ярцы, враги бежали не до Берлина, бежали до Марса. Спокойно спит моя страна, уверенная в завтра. На страже Родины ракета, что быстрее ветра. И к четырем стихиям, что известны миру, прибавь еще одну, ее зовут Россия. Оружие нации мира, ты человек, надежда и.